наш учредитель – Департамент спорта города Москвы. Вместе к новым победам! Читан заработали угловой. Посмотрим за его подачей. И потом о действующих лицах этого матча. На подборе кто первым оказывается? Илья Грибакин, самый молодой участник. Первая пятерка в группе А уже определена. Дальше в финальной пульке лучших будут играть Краснодар, Спартак, Ахмат, Сочи и Ростов. Опасно! И счет открыт. Максим Кайнов это делает. 78-й. Гарик Левин. Мяч пробрасывает мимо троих. И он уже почти в чужой штрафной. И дает передачу на Савельева. И мяч едва с Долямзина не доходит. На подборе Светников. И плотный удар от Максима. Мяч уходит на угловой. Здесь на подстраховке сработал Дудкин. Находит Гарика. Сейчас последует прострел с его любимой левой. Прострел точный и удар по перекладину тащит Денис Мухин. На выходе Родионов. Снова быстро ищет кого-то впереди. Находит Левина, но на перехвате. Красиво играет Артем Суханов. И с правой подает очень точно. И мяч улетает в ворота Чертанова. Собирались играть. Должна была встретиться с клубом Макаби Хайфа. А вот опасно. И счет становится 3-0. Не было положения вне игры. Каждые 3-5 минут происходят замены. Хороший проход. И сейчас будет прострел. И счет становится 4-0. Это Артем Левин. Скидка хорошая. Ну и все. Финальный свисток. Арсенал выигрывает матч 18-го тура молодежного первенства у Чертанова со счетом 4-0. Кайнов, Стрельчук и дубль Лейбина. На этом первый этап молодежного первенства завершен. Ну и спустя... Компания «Диаспорт» помогает развитию детско-юношеского футбола. Наш партнер – футбольная академия Чертанова. «Диаспорт» – это футбольные поля под ключ. Звоните, и назвав кодовое слово «Чертанова», вы получите хорошую скидку –